Я уверен, что Европейский Союз готов дать гарантии тем чиновникам, тем людям, которые захотят сбежать с тонущего корабля, которые захотят раскрыть информацию, которую они имеют про те преступления, которые совершаются в государственной сфере. Евросоюз готов дать политическое убежище тем людям, которые боятся, что в случае, если они уйдут из сегодняшней власти, с ними сегодняшняя власть будет расправляться.